главная фотография – это свет, все остальное – это лишь трюк. В любом случае на свету все базируется. То есть с него все начинается, а дальше уже подключаются творческие какие-то твои возможности, талант, оно соединяется, получается симбиоз. Так или иначе, люди публичные, они достаточно закрытые. Мы встречаемся, знакомимся, вот сталкиваемся в творческом интересе, потихонечку вот они открываются. И мы просто стараемся получать от этого удовольствие. И в 99,9% случаев так оно получается. В конце, ну вот прям супер открытые люди. Выходим из студии, закрываемся заново. Все равно отчасти воспитан на олдскуле. Да, старая школа, лучшая школа. Вот. То есть, ну, какая-то база все равно, она взята оттуда. Когда ты обладаешь навыком работы техническим, в данном случае работы со светом, то ты уже легко в этом плаваешь, и ты находишь решение конкретной ситуации. Вот. Ты знаешь, как это сделать. Поэтому, не знаю, мне кажется, ГИК в этом плане дал мне определенный фундамент ответственности. Все равно жизнь, ну, как бы она умнее, чем ты. Она до тебя была, с тобой, после тебя и так далее. И ты всего не предусмотришь. А если ты умеешь выйти из ситуации, а еще если и красиво выйти из ситуации, ну, вообще тебя цена готова. Мне кажется, вот это важно. Фактура человека – это красиво. Как правило, вот на лице, вот оно все видно. Жизнь, опыт. Мне кажется, нет смысла его прятать. Свет выстраивать какой-то, при этом неизменно наблюдая за ним, что если мне удобно вот как бы самому что-то делать, я в этом уже начинаю искать, в чем он хорош. Выбираю те кадры, вот как эта кардиограмма, да, вот, которая пульс показывает, где вот наибольший вот удар, вот куда пик приходится его выразительности, вот тот кадр я выбираю. Я воспринимаю постпродакшн как подчеркнуть все лучшее, то, что есть. Где-то чуть больше контраста добавить, где-то посветлее сделать, где-то порезче. Я ничего не заменяю. Важно то, что ты берешь в кадр, но еще важнее то, что ты туда не берешь. И тут как бы как угодно это можно называть все, да, там хорошей композицией или там работой с геометрией в кадре или работой с объемом. Ну, короче, вот это вот все, оно уходит так или иначе в одно слово, именно выбор.